Давайте снимем Тиффани, пищалку. Видишь, она без пинки не лазит. Сама. Вечер, никак не спится ей. Тиффани. Мёртвым песни поет сверху. Все хочет рассказать Мёдхен. Ты там с лисицами что-то разбирается, да? Я знаю, что ты можешь запрыгнуть. Я тебе свое кресло не дам. Смотрит, чтобы я этого кресла. Ты не я стали все редкостные. Да, быстро ты Леон вписался в коллектив. Какого мы видим? Даже боюсь вслух рассказывать. Вы что налетели на собаку? Микки, что ты сразу сдалась, легла уже? Если как поймешь, что это съемка, так сразу убежит. Микки, я не снимаю, Микки, иди сюда. Микки попал. Тиффани, иди сюда. Кого там поймал Леон? Тиффани. Я только обрадовалась, что тут это. Еще у нас есть Люция. И что вы думаете? Поели мясо. Все собаки как собаки. Она научилась у котов нажраться и лечь спать, это кошмар. Мне кажется, как мне вот этот ветеринар сказал, посмотрите на диету, так у нее вообще жор стал страшный, да? В общем, мы видели всех собак, да? Микки появилась только что была, ну ее Африка там забрала. Уже нету ни Африки, ни Микки. Люция спит, не буду говорить ее имя. Пусть я спит. Уже поздно немножко, так она уже сытно поела, ей уже ничего не надо. Тиффани, я вижу, там за клеткой что-то ищет все. Тень, конечно, спит. Тоже. А все толстые спят, да? Африка, куда ты Микки там дела? Идите оба сюда.
Марсельский бургер, что проверила. Тоже. Ну давай, прыгай на окно. Держи ее стул там свой, чтобы она туда запрыгнула. Вот уже. Даже не проси. Угу. Собаки, вы где? Почему исчезли? Одна жизнь осталась. Нету собак. Тиффани, покажи, как ты на окно сама запрыгиваешь. Без моего стульчика. Там где-то попугай. А, клетка прикрыта. А попроси попугая, они тебе откроют. Они умеют открывать клетку. Там надо просто клювом взять и потянуть дверь. Она открывается. Все, все пришли. Куда вы Микки дели, а? Собаки. Загнали опять там где-то в коридоре. Теречка, пожалей Джесси, видишь, она легла. Пожалей. Будь хорошей собачкой. Я, чтоб тебя пожалела, да? Тебя Терри пожалеет.